махай рукой, я говорю. На Мальдивы летим, да? Гравицапа больше, чем за 2 КЦ не давай. Свобода! Ну все. У тебя до самой воды, что ли, снимать? Снимай пока, а что ты снимаешь? Ну, видео идет, снимай. Сюда тут обрыв такой. Нормально. Будем спускаться? Ну да. Что ты предлагаешь? Или ты испугался? О-о-о. Да. И главное, так легко идется, да? Ну вот. Он побежал с голой жопой. Ты как в фильме в этом, бриллиантовая рука, мальчик. Пошел в сторону, щенок. Ходит тут, блин, раздетый. Я это все в интернет выложу, ты смотри мне. Давай, это давай. Все. Зафоткай. Совсем вот другие ощущения от воды, от песка вообще. Ну, там более белый песок, там круче, да? Ну, а как ты думаешь? Разницу чувствуешь? Ну не знаю. Ну как-то все равно выглядит по-сочински. В принципе, такое ощущение, что я в Сача где-то. Ну просто песок здесь. Но я не думал, что такой пляж будет. Я думал, что будет какая-то дикая такая природа более. А здесь, по сути, волнорезы даже есть. Зеленоградск город. Город Зеленоградск, если кто не знает. Вот есть такой городок на Балтийском море. Так, ну-ка, давай мы тут заканчиваем народ. Давай тут. Россия здесь не так, как там. Совсем вот другие ощущения от воды, от песка вообще. Ну, там более белый песок, там круче, да? Ну, а как ты думаешь? Разницу чувствуешь? Ну, не знаю. Городской пляж, все. Ну, как-то все равно выглядит по-сочински. В принципе, такое ощущение, что я в Сача где-то. Ну, просто песок здесь. Ну, я не думал, что такой пляж будет. Я думал, что будет какая-то дикая такая природа более. А здесь, по сути, волнорезы даже есть. Вот девочки лежат.
такое вот, оказывается, Балтийское море. Город Зеленогорск. Город Зеленогорск. Я даже не думал, думал, что здесь какой-то дикий пляж будет. Оказывается, есть где покупаться. Но море холодное еще. Но мы уже покупались в заливе, в Ужском заливе. Там вообще тепло, теплая водичка. Так что, ну, правда, мелко, но вода теплая зато. О, девочки. Вот такая вот улица котов. Помни, сколько еды они едят, конечно, а мы тут уже. А вон, действительно, смотри, как присаживается. Это же человек, правильно? Да, да. Ну, чтобы он не боялся в случае спасения людей кого-то поднять. Человека так тренировать? Да, ну да, учение, да, вот у спасателей также происходит. То есть отработка норматива, просто это норматив они отрабатывают и все. Ну и нафиг оно мне надо, это Черное море, когда вот Балтика тут. Не слишком жарко, песочек, все. Все как и везде, только народу мало. Пиво по 50 рублей. По 50 рублей, блин, вообще там разливное, элитное, всякое разное. А мы там все на Черное море гоним. Анапа это, блин. Причем тут разные города. Вот мы сейчас находимся, как это, Янтарный, да? Вот, вчера были в Зеленоградске. Еще можно в Светлогорск съездить, все хвалят. Светлогорск, красивый город. На Балтийск можно сгонять. Там, где флот стоит. Тоже Балтийская коса, вот еще не были. Были на Куршской, на Балтийской не были. Говорят, еще красивее даже, чем Куршская. Балтийская коса. Так что приезжайте. Приезжайте на Балтику. Да? Андрюх, тебе нравится? Приезжайте, да. Зовем вас. Ну да. Камсумир, камсумир. Вехзира нам сдат, вишклянь. И погода тоже. Не, даже не жарко, да, реально не жарко даже. То есть небо сливается с водой.
Сейчас бы еще бы закат было бы лучше видно. Угу. Ну, на видео. А тут связи, кстати. Иди. Не останавливайся. Это ужин наш. Чего? Ну хоть, а зато поедим хоть сегодня. Пойдем, что ли? Угу. Не, сюда. Блин, вот же нет камеры заснять. Тут придется на это снимать камеру. Блин, как же вот офигенно, а? Я так еще нигде не кайфовал. Чтобы были лошади. Рядом. Море. Природа. Заброшенный аэродром какой-то советский. И вот такая вот. Вот такой вот пейзаж. Компания такая из лошадей. Да? Кто вас отпустил-то, а? Красавцы! Ну вообще красавцы! Красавцы! Пум! Красавцы! Порода какая-то, может. Да? Ты породистый? Или обычный конь? Ты конь? Или не конь? Или породистый конь? Не могу понять, он просто конь или породистый конь? Он не отвечает мне. Я тебе говорю, ты породистый конь? Спрашиваю тебя. Или просто конь?
чего ты не наелся еще? Ну что, мы поедемся с тобой или нет? Породистый конь. Ты чей вообще, слушай, а? Ты че тут бегаешь, блин? Один бегает вообще. Где тут хозяин-то твой, а? Вот так вот. Никому не нужный. Садись, доезжай, да? Ты дикий, что ли, а, братан? Или это сучка? Нет, это все-таки кобель, по-моему. Или как это? Самец, самец, по-моему. Он, блин. Ты мальчик? Братан, ты же мальчик, да? Блин, жалко, вот нету камеры нормальной, которая передала бы все вот это, всю вот эту красоту, все это великолепие, в которой я сейчас нахожусь. Это просто погода, еще воздух вот этот, прям комфортный, очень комфортный воздух. Не жарко, не холодно. Прям вот прям идеальный. И конь тут такой вот, он ходит весь изменен. Прям просто, он такой классный. Я тут пиво еще пью. Мы тут одни с ним вдвоем. Да, конь? Как тебя зовут? Да? Отлично. Куда пошел? Братан. Отлично. До этого подпустил, сейчас ушел куда-то. Так хорошо с ним общались, и он решил уйти от меня. Вот козлина.